В удобное для себя время записаться на регистрацию автомобиля, выдачу или обмен водительского удостоверения. Сотрудники ГИБДД напоминают горожанам о получении госуслуг через интернет-портал. Хочу посоветовать жителям города Первоуральска обращаться для получения государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также получению водительских удостоверений с использованием портала государственных услуг. С помощью портала также можно оплатить государственную пошлину с понижением в 30%. Гражданин назначает самостоятельно себе дату и время обращения, тем самым снижает время на его обслуживание и сокращает свое время ожидания в очереди.